Привет! Я покажу, как получить яблоко в Майнкрафте. У яблока есть несколько вариантов получения. Давай о каждом из них. Самый легкий из вариантов – сломать листья темного или обычного дуба, но шанс достаточно низкий. Сломав много листьев, ты точно получишь яблоко. Также, если ты сломаешь основу дерева, то листья со временем сами начнут опадать. Следующий способ получить яблоко – это найти его в сундуке. Оно может появиться в начальном сундуке, в сундуке, который появляется в игле, также в сундуках Стронгхолда и, конечно же, в сундуках поселения. И последний вариант получения яблок – это торговля. Яблоки тебе могут продать жители, которые имеют профессию фермера. Для того, чтобы житель получил эту профессию, ему нужно поставить компостер. И, как видишь, мы можем купить у него яблоки. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.